Всем привет! Сегодня 1 марта. 1 марта, представляете, март наступил. О, это значит, зима окончилась. Зима окончилась. Вот. А мы собираемся, значит, на завтрак. Пойдемте с нами. Чё это Никита всегда себя снимает? Я тоже, впрочем, достойна этого блога. Идем на завтрак. Что-то у меня непонятно. Да? Да. Ну вот, вы пришли с нами на завтрак. Давайте посмотрим, что мы сегодня взяли. Честно говоря, какой-то у нас вегетарианский завтрак, Катя. Использовали свою проходку на пляж The Beach. И нам проходите, пожалуйста. Песочек. Здесь вот заход. И здесь получается песчаный. Смотрите, как много людей смотрят рыбок. Потому что круто, нереально. Вот отсюда даже видно рыбку. Вон там вот. А вон куча-куча. Вот куча-куча маленьких рыбок. Классно сейчас поплавали, увидели больших рыб. Ну, этими рассказами вас уже не удивить. Это вот наш ужин. Обед. Блин, обед. Вон какая ясная погода. Пришли, а здесь аж 2 тафтафа. Ну так обрадовались, короче. А говорят, что они заняты. И что сейчас делать будут? Неизвестно, да, вон там ребята позади. Они решают, что же делать. Да, вижу. Вон. На камеру она не показывается. Она может защищать кладку. Кладка? Кладку защищает. Может. Да. Она прям бодается. Да. Прям забодать хочется, смотри. Не пропусти. Что-то будет? Это крылатка. Да. А это рыба-хирург. Да, это я знаю. Это рыба-хирург, сошла с ума. Да, да.
Всем привет. Зачем я говорю всем привет? Сейчас же не утро. Мы, получается, идем на ужин. Попутно, получается, пришла мысль устроиться на работу здесь, чтобы предоставили жилье на ближайший месяц. Вообще, мы собираемся оставаться еще месяц в Египте, пока позволяет этого виза. Наш хозяин, получается, нам сообщил, что нам придется съехать. Мы не договорились с ним по цене. Мы за этот месяц знаем уже почти все про эту, про это место. Поэтому почему бы не поработать здесь, если это позволит продолжить здесь жить в этом климате и отдыхать. В общем, отправил резюме. Посмотрим, что получится. Мы уже поужинали и даже не засняли это, поэтому эта терраса будет без ужина. Но вот там внизу... Видите, да, как люди кушают? А еще мы кое-что увидели. Луну! Наверняка вы тоже видели Луну. И мы до этого тоже ее наблюдали. Она была где-то над нами. Но сейчас мы покажем вам, где она. Она прям на горизонте. Очень красная и прям на горизонте. Вот, в общем, Луна, я вам говорил, она очень низкая. И она красная, прям красное свечение. Я вставлю сюда фотографию.